12 августа, 5 с утра, одна вернулась, которая была и вчера. Осталась одна на суточка. На попечительстве на нашем. Или ей у нас очень нравится, или она еще слабовата для свободной жизни, самостоятельной. Так что утром прилетает, вот весь день у нас. Вечером около 9 улетает. В соседнем участке детишки купаются в бассейне. Там детишки, а здесь утка. Вот за компанию. Надо понырять. Вон ребятня как-то плещется. Вон Елизавета на улице. Где там Елизавета? Вон Елизавета. Сейчас обидится, скажет, Елизавета лучше, чем... Там Елизавета, а здесь... Как ее звать? Ну, не свой, а? Уточка. Уточка, нырок, нырок, сирок, серая шейка. Ладно, всего хорошего, до свидания. До завтра, наверное. Подписывайтесь. Да, если прилетит, то завтра. До свидания.